Так, продается машинка. Хотят за нее 10 тысяч, как я уже говорил. Она такая паленая, ее пытались поджечь. Пытались со стороны бака поджечь или что-то в салон кинуть. Там потолок сгорел. И пытались через мотор поджечь. Даже капот отогнули. Здесь вот самое печальное, конечно, если бы сзади было бы. Здесь печальное в том, что сильно обгорел брызговик, вот этот внутренний. Все остальное ерунда, даже проводка вот эта вот, которая уже в медь превратилась просто. Вот. Все остальное, в принципе, не страшно. Но, блять, вот этот щиток весь обгорел. Не щиток, а этот брызговик. Крыло, ладно. Да, тут кто-то прочертил уже ее по всей стороне. Вся сторона мятая, крыло горелое. Да, бензобак тут тоже пытался гореть. Там внутренние крылья все сгоревшие. Резинка сгорела. Так, в принципе, целая. Эта сторона вообще хорошая. Да. Блин, хорошая машина-то еще, не старая. Я вижу, вижу, вижу. Все, можно закрывать. Потолок сгорел весь. Сиденье сгорело. Тут тоже все сгорело. Хорошая машина еще, вот видно. Пробег небольшой. 65 написано. Все закопченное. Торпеда. Вот видно. Здесь все. Муралин родной. Все сгорело. В родной краске здесь сейчас все будет. Левой стороне резина, похоже, родная. Thank you.
Да не надо, не надо, не надо. Третьего года, да? Кто-то умер. Третьего года? 2003 год. Такая вот машина была заявлена 2002 год. Заявленная цена 10 тысяч рублей. Машина после пожара. В принципе, она неплохо сохранилась относительно пробега. То есть она не 200 тысяч на ней прошли. Она чувствуется, что машина неплохая еще была до пожара. Вот. Но слишком сильно восстанавливать ее нет смысла, потому что много сгоревшего металла. Вот. Но цена 10 тысяч, конечно, с одной стороны интересная, но есть вариант полностью на ходу, правда 95 года, тоже за 10 тысяч возможно. Пойдем посмотрим, в принципе, скоро поеду съезжу. Вот. А пока что вы все видели сами. Не знаю. Есть смысл? Нет смысла в этой машине. Есть только на запчасти. Всем пока.